Ресторан, смотрите, какой мексиканский, пришли. Коньяки на стульях, коньяки нарисованные. И тут коньяки на стульях нарисованы, разрисованы какой. Find what? Ох. А меню, и меню разрисовано, а стол, стол, как вы видели, стол. Все в коньячках. Так, 14.60, суп, салат. Аппетайзер. Это закуски. 12.8, 14.6, 13.7. Я в долларах, да, говорю? Ланч, специальный ланч, $10. Это и специальный breakfast у них есть. They have special breakfast, special lunch, honey, for $10. Can you imagine? It's after hours for that. Ah, yes, I know, but they have. Бывает такое, некоторые рестораны делают в определенное время, такое, как комбинированный обед, типа того. Не, ну там выбираешь все-таки, но это дешевле, и люди знают, в какое время ходить. Так, там он обед для двоих, $25 написано тоже у них. В общем, варианты здесь такие. Фахитас. Фаджитас. Вообще-то фахитас. Американцы произносят, не знаю как точно. Это такое закрученное в их такую лаваш, такой, как сказать. И закрученное там все. Там фарши, овощи. Мексиканское. Все это мексиканское, да? Так. Favorites. House favorite. Platillos favoritos. На испанском языке. Креветки. Креветки. 18, 17, 16. 16. С грибами. Не с грибами, так. And eggplants. А нет, это не эггплантс, я думала эггплантс. Бурритос. Бурритос это вот эти вот тоже закрученные. Ой. Ну, в общем, так, ладно. С мексиканской едой я не очень-то знакома, но едим, едим. Там у них все похоже. Очень много фасоли. Вот. Ага. Музыка классная, правда. Did you order something, honey? I haven't yet. Give me. Так. Такосы. Часто мы по дороге берем. Кватадейло, вот здесь. Окей, your choice, honey. Я говорю, твой выбор, выбирай сам. Хани. Это несут без заказа обычно мексиканских. Очень вкусная аджика. Не аджика, а это салса. Помните, я вам говорила, моя подруга начала встречаться с мексиканцем. С адвокатом. А он ей говорит, вы салсу танцуете. Так вот, салса, танец. И вот это. Это одно слово, одинаково. Спросил меня, вы хотите маргариту? А хазбанд вышел. А я хочу, пока он вышел. Да, девочки? Пришел не вовремя. Honey, he asked me, would I like more margarita? I say yes. You understand? No matter what. And this very tasty salsa, very tasty. Ой, какая вкусная. Знаете, что там зелененькое? Это силантро. А силантро кинза, кинза, кинза. Вот это зелененькое там. Ой, какая вкусная эта салса. Вы танцуете рис салсу? Если не танцуете, я на вас не женюсь. Это девочки, как за латиноамериканцев выходим, да? Замуж.
Говорят, что у меня муж латиноамериканец. Уже понятно. Салсу танцует по вечерам. Музыка вот такая, как вы сейчас слышите. Маргариту вот так вот пьет, как я пью сейчас. И все. Thank you. Perfect. Thank you. Маргариту еще притащил одну. Я не знаю, почему я согласилась. Так уговорил. Не, он не уговаривал. Oh, listen, they ask, would you like flour, вот tacos, or corn? I say corn. Right? Он меня спросил, вот то, что делается такосы, ну вот эти лепешки, вам, говорит, кукурузную или из муки? Я вообще не поняла вначале, что он от меня хочет. Большой акцент у него. А потом врубилась, я говорю, давай корн. Корн это кукурузная. Лепешка. Анька доедает салсу. Ой, и чипсы вкусные. Чипс варит есть, а? Is it? Может, я голодная, я не знаю, почему мне все вкусно здесь. И две маргариты пойдут сейчас хорошо, посмотрите вот. Nice, а? Сейчас две маргариты. You see two margaritas? You see that? Так, значит, смотрите, чипсы мы все слопали. Вкусные чипсы, то обычно не очень. И вот эта салса такая вкусная. И кинза там, я ее не ем, а то ем. Да, вторая маргарита пошла. Там больше льда, чем маргариты, вы понимаете. Это соль вокруг. Халапинос, вот. О, у него второй бир. Honey, you cannot drink a lot of beer. You're driving. А? My grandfather always said two beers is okay. Ага. Говорит, мой дедушка. Говорит, три пива пил и ничего. Three beers he drank, right? No, two beers. Two beers. А, два пива. And he drives? No. А. He just said two beers is okay to drink in that day. Okay. Салса. Вы танцуете салсу или нет? Очень вкусно. Типа нашей аджики, только не вот такая острая. Бывает и острая у них, а? Ну, окей. Бывает острая у них очень, ну, в мексиканских ресторанах. Мы не бываем очень часто, но все равно это как-то немножко не наша еда, но все равно хочется что-то попробовать. Ну, мне коньяки, ну, смотрите, какая коньяка красивая. И там девушка, да, с цветком в голове. Просто Мария, а здесь коньяка рыжая. Не просто Мария, мексиканский сериал, просто вот это вот просто Мария, и вот та еще проще Мария, видите, рядом с конякой. Ой, что там носит и не нам. Honey, what she brought in not for us, you see that? Very heavy, а? Мексиканская девушка, знаете, сколько она притащила, там три воды полных, две пива, как она не нахитнется с ними. Я бы уже нахитнулась. So heavy, а? Kiss. Yeah. Oh yeah, thank you. Yes, please. Thank you. Very good. Nice. Ой, что это мне принесли? Значит, креветки, рыба, fish, shrimp and этот salad, тилапия, вот это тилапия. А это эти горячие лепешки у них. Он же меня спросил. Вы, говорит, корна вы хотите или? Или эту пшеничную, ну вот эту из этого, из пшеничной муки. Я говорю, давай кукурузную, давай буду мексиканская уже до мозга костей. This beans, right? Фасоль. В Мексике все с фасолью делается. Where I have to put is here? А знаете что, вы открываете вот эту салфетку, там горячие, не горячие, это почему в салфетке? Заворачиваете вот это все туда, и они так едят. Уже в завернутом виде. Сейчас вот посмотрим, как хазбанд, если ему подобное принесут. Вот. А я ем по-европейски, то есть мне надо все разделить и есть отдельно. Ну, в общем, так. Ну, вот это куда такое жидкое? Ой, там что-то я увидела. This bacon, honey. Бекон еще там. Господи. Bacon here. You see bacon? I will not eat bacon. Девочки, бекон это я бекон. Вот так вот на рис вот так вот покапали, а ложка большая.
Так, ну ладно, приятного аппетита. Вот это мои вилочки. Ой, как хорошо после второй маргариты. Нет, еще не после второй. Одну с половиной выпила. Да, Ханька сидит, как будто ничего не пил, да? Две бутылки пустые. Kitchen what? Kitchen food. Смотрите, какой этот принесли гору этого хазбанту. Honey, how is it called this? Like salad? Мама моя. Long name. Wait, Bella. Ooh, yes. Он сказал, очень горячее блюдо. Я дотронулась его, я пекла палец. Кошмар, вот это блюдо горячее. Сверху холодная капуста, холодный помидор, этот, сметана. Ой-ой-ой, я пекла, Ханька. Они в духовку поставят. Я пекла, фингер. Ну все, здесь вот будет ожог. Ожог здесь будет. Вот это ж по пьяни, как возьмешься. Steak. Steak there, right? And what else? Ah, and some tacos, right? And let's give me this one. Ой, very hot, very hot. Ой, ой, очень горячие. Горячие меры нет. Там чипсы, в них мясо и сверху капуста. This chips. And inside meat and cabbage. This, oh, honey. You will lose everything. This for me? You will lose everything. Oh, honey. No, eat, honey. Yeah, okay. Okay, eat, baby. The honey stop. Он думает, стейк, да? Нет, хани, нет. Халапино? Хани, ну, халапино. Халапино вот. Ой, very tasty, that's nice. Thank you. Thank you. That's good. Did you put sour cream for me? I'm working on it. Ой, там этот, авокадо еще. Еще мексиканские блюда, в каждом втором авокадо. Sour cream for me. Ага. Sour cream это сметана, вот. Мексиканцев можно уважать за то. Да стоп, хани. Мексиканцев можно уважать за то, что они едят сметану. Русская еда. Американцы никогда не едят сметану, ни разу не видела ни с какими блюдами у них. Может, что-то готовим, может быть, где-то немножко, но не едят. Кушай, Хани, кушай. Кушай. Так, а здесь, слушайте, такой вкусный рис, обалдеть. Очень вкусный. Креветки. Музыка бешеная. Тилапия я отдала хазбанту немножко. А он нагрузил мне, представляете? Ну, все такое воздушное. Вот это авокадо здесь. Мексиканские еде всегда авокадо. Все народы едят то, что у них растет. Это тилапия. Honey will be very spicy. Don't do that. It's not spicy. Это соус там с маленькой дырочкой, как иголочка, дырочка в бутылке. Это тот соус, по-моему, это карри. This curry, right? Curry sauce? It's sort of like what you put on the chicken. Ну, типа карри соуса, с которым ходила у нас одна эта девушка. Он на ней не женился, помните, я рассказывала, что она везде носила с собой этот соус. Healthy for you. Он говорит, очень здоровый соус. Да здоровый только проглотить нельзя. А так он здоровый, конечно, полезный, наверное. Ой, все очень вкусно так. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Здесь чипсы, а на них мясо. Вот это вот, на них стейк порезанный. И там этот сыр расплавленный.
Это стейк и сыр расплавленный. Ой. Стейк горячий, чипсы горячие. Даже прижаренные. Тарелка была очень горячая, я обожгла палец. Капуста холодная. Вот это, how they call this? Халапино. Очень острый перчик. Ой. Buy this one. No, honey. Wait, I cannot. Like this one. Honey, no. Уходим. Боже мой, обожрались. Мексиканцы люди здесь, я смотрю, в основном. Yeah.